Приветствую вас! С вами Доминус Фурор, и сегодня мы продолжаем играть 1 на 1 соло мид. Играю я опять же с подписчиком, в последнее время я совсем не играю в обычный пабовский 1 на 1, потому что довольно приличное количество заявок летит в ВК поиграть, поэтому благо есть с кем играть, и не нужно ждать по 10 минут, пока вам найдет какого-то бомжатского мидера с паба. Так, давайте как обычно будем мы сейчас рандомить, давайте немножко так почекаем. Вот если бы не попался Разор, нормально. Если бы не попался Войд, тоже нормально. Мипо, вообще отлично. Ладно, давайте будем рандомить. А боги рандома, помогите, давайте. Оп! Нага. Ну, блин. Что это за купол у нее на голове? Не крутой купол. Купалку взять. Вот это, по-моему, прикольно. Да, такая эпическая. О, да, микросетик есть. Такой. Вух, такие две крутые палки. Берем нашу... Ой-ой-ой, слушайте, а это проблемно? На самом-то деле. Мне кажется, я могу проиграть. Очень легко могу проиграть. ХФ, потому что Нага, конечно, в миде... Я бы не сказал, что это какой-то убер-крутой персонаж, но против скеймага, который выдает прокаст и убивает тебя, это не круто. Это совсем не круто. Ну, будем катить его иллюзиями, я не знаю, что мне еще делать остается. Он, в принципе, вешает на сало. О боги, пес, ты чего? Сейчас, секунду, я пса выпущу. Пес, ты чё, пробанулся? У меня, оказывается, все это время пес сидел в комнате, и он, короче, начал орать и убежал. Ебанутый пес, такой же, как и я. Ладно. До начала сражения. Чё мы прокачаем первое? Наверное, мы прокачаем, что здесь можно прокачать? Блин. Тут прокачка скиллов увеличивается их монокост. Я не хочу их качать уже. Ну, наверное, вот это. Сеточку мы на один раз прокачаем. Хотя, может, иллюзия на один раз. Блин, вот довольно неоднозначный у нее скилл-билд. Битва начинается. Вот, конечно, тяжело, очень мне тяжело будет стоять. О, я вот прям чувствую, как мне ломают лицо, потому что один его прокаст — это минус я. Мне такая радость не нужна. Конечно, она в принципе, катится иллюзиями. Это все дело, сейчас я выйду со стима. Стоп, я немножко пропущу, но ничего страшного. Так, все, отличненько. Так. Главное сейчас фармить и потеть жестко на фарме. Надо потеть. При фарме надо жестко потеть. Надо не дать ни одного крипа забрать ему, потому что дамага у меня, кстати, сейчас, на удивление, мало. Так. Тангусы? Да, нет. Блин. Не знаю, если он собьет мне пол хп... Да, он мне собьет пол хп, но тангусы нести. Давайте пока занем иллюзии. Будем пытаться с помощью иллюзии фармить. Тем более, он будет немножко дезориентирован, я надеюсь. Давайте. Пытайтесь что-то сделать. Слушайте, может пушем попытаться взять? Это же скаймаху, она дефает слабо. Взять сейчас аквилу, потом просто одеться более-менее в танка и пытаться брать пушем. Ой-ой-ой, ты чё, братан? Ой-ой-ой-ой-ой. Тут нужны стики. Эй, тут нужен ботл. Надо стараться фарлить ботл. Сейчас ждем, пока крипчики придут на нашу сторону. На сторону тьмы. Да, красторна тьмы у нас. Хрры. Ой, что это за царский денай? Мне кажется, он сливает всю свою ману вообще никуда. Возможно, ему идет ботл. Если мы сейчас этот ботл как-то перехватим по-хитрому. Ладно. Все, отвали от меня, братан. Ты мне не друг, не товарищ, не знаю, что тебе идет. Тебе, скорее всего, должен идти ботл по самой нормальной логике, которую я мог себе придумать. Но у тебя, наверное, мало крипов. Придумать логику. Что я несу? Ладно, как обычно, несу какой-то бред, но мне сейчас нужно зафармить крипчиков, потому что если ему приходит сейчас внезапно какой-то манго, вот это будет, кстати, весело. Что может быть веселее внезапного манго на скеймага? Так, 4-й левел.
Ну, по крипам видно, что я его обогнал немножко, пару подынаил, он тем более не ласхитил, и в итоге у меня 4,5 левела, он только 4 взял. С крипами все пока стабильно. Так. Надо этого зафармить. Так, экспу получили, побежали назад. Ну, как-то он слабовато на самом деле стоит. Нагу разрулить тюмидиаской магом, это просто вообще, по-моему, проблем не должно никому доставить. Кто играет в доту более чем, не знаю, ну, кто играет в доту. Просто точка. Сейчас мы, наверное, качнем опять же тут скилл, потому что, ну, он единственный наш более-менее дамажащий. Адекватно. Потому что я не знаю просто, чем я его буду убивать. Я не уверен, что я вообще его убить могу. Может, иллюзия за Нагу играю очень мало. То есть, это не мой герой, которым я могу стоять на миде. А ты вейдил скилл его. Можно, конечно, жестко потеть, пытаться иллюзиями отводить. Мы, наверное, сейчас сделаем акулу. Аквилу, не знаю, мне кто-то называл ее акулой. Теперь я ее тоже называю акулой. Так. Оп. А иллюзии не дремлят. Нет, иллюзии дремлят как раз. Все, ну так, как-то так будем его прохорашивать. И по-другому я просто не знаю, как играть. Так, там ДДшечка на топе, это нужно учесть. Обязательно. Просто будем контрить руны, создавать иллюзии и пытаться его убивать. За счет их иллюзий будем харасить его третьим скиллом и как-то пытаться выруливать эту игру. Сейчас пойду ДДшечку возьму. При этом стараюсь подфармливать. На, братан. Так. Мне там совсем чуть-чуть осталось. Так, все, ДДшечку. Наверное, я его не убью, потому что, ну, не знаю, как Нагой можно убить вообще кого-нибудь. О, в начале игры. То есть, ну, сетку дать третий скилл и иллюзиями запинать, это, конечно, все круто, но у нее не столько много урона, а прирост ловкости у нее тоже относительно очень плохой. А, сон качать, по-моему, только нет. Потому что если я получу сало в табло, меня сон не спасет. Так. Ладненько, сейчас мы их так отведем и будем тут бить. Все, а теперь погнали. Будем пытаться пушить, да, потому что по-другому как тут играть? Оп. Так, иллюзия, давай. Иллюзию бей не меня. Блин, ДДшка закончилась. Точнее, не закончилась ДДшка, закончились крипы. Так, что у него? У него тангуса, он ботала будет. В общем, да, скорее всего я выиграл, потому что, ну, просто скрим попался какой-то не особо скилловый. Но, блин, все равно, это очень по пику я просел катастрофически. В принципе, Нага мидером считается. Не знаю, возможно, кто-то меня зачмырит и скажет, что я просто не умею играть в игру эту удивительную. Но, блин, я не знаю, как на соло один, соло мид один на один убивать Нагу. Вот вообще не знаю, хоть убейте. О, убивать Нагу. За Нагу убивать Скаймага. Или вообще любого другого героя. Сапог тут не надо. Вот, регеночка просто отличненько. Сейчас стики возьму, потому что он своим скиллом этим кидается часто первым. Он пока ботл придет, блин. У него пик классный. Он очень классный пик, но он его не реализовывает вообще никак. Он меня мог убить уже раз очень много. Не знаю сколько, но точно знаю, что очень много. Как-то они не дамажат товара совсем. Ой. Так, все отлично. Теперь регеночку юзаем. Все по таймингам, все как надо делается. Вот его первая попытка ганга 7-го, кстати, уровня. Ну, я пытался как-то разместить, кстати, без сапога это будет проблемно очень. Может попал, может не попал, не знаю. Ну, сколько у него там ульт забирает? 600, 500 хп на первом уровне, я не помню на самом деле. Но, короче, больно он бьет. Надо будет потом чекнуть и купить себе поясок на силу или худу. Скорее всего, сначала поясок на силу, а потом уже худую. Паша, что так меня будут пробивать больно. Поэтому нужно и то, и другое, нужно фармить хорошо.
А вообще нужно брать иллюзии, которые будут впитывать половину урона от его Мистик Флеера, поэтому, думаю, проблем тоже не должно особо много быть. Ну, смотрите, иллюзии так неплохо, в принципе, грибчика убьют. Сейчас просто спушу и, в принципе, выиграю, да? Ну, давай дадим ему шанс, если крипы не добьют, да. Только не донай тавер, братан, ты же проиграешь, ты же понимаешь. Я дам ему еще шанс немножко подраться, но мне кажется, он... Мало того, что я повешу ФБ, так я еще и тавер сломаю. Да, ГГВП. Ну, что тут сказать. На рандоме попалась Нага против Скаймага, и при этом Скаймаг, ну, честно, он хреновенько отыграл довольно, но ничего, ничего. Чувак научится, потому что, ну, вот я думаю, что 50% людей, ладно, 70% людей, которые смотрят это видео, если бы против меня они попались на Скаймаге, а я был бы Нага, они бы меня вынесли. И причем вынесли бы в хлам, потому что, ну, очень легко, по-моему, Нага в миде убивается Скаймагом. Если кто-то не согласен, то, блин, отпишите, почему так, потому что я по-другому вообще никак не знаю, что делать. Ну, блин, Скаймаг, он вешает сало, он замедляет ее, она ничего сделать не может, ну, если она перед этими иллюзиями не юзала. Она их юзает не по КД, хотя по КД, но у нее мана, в принципе, заканчивается. Ну, ее можно словить и убить, в принципе. Так в идеальном случае для Наги, да. Даже в идеальном случае, точнее, для Наги можно, ладно. Надеюсь, видео вам понравилось. Такое какое-то оно вышло... Да, типичное мое видео 1 на 1, Соломит. В общем, подписывайтесь на мой канал, ребят, заходите в группу ВК, оценивайте видео. Если хотите поиграть со мной, опять же, пишите мне в личку. Всем удачи и пока.